сегодня мы покажем вам обзор на камеру Lomo Instant Mini. Камера была выпущена в 2014 году компанией Lomography. Главное отличие камеры Lomo Instant Mini от фотоаппаратов Fujifilm Instax – наличие большого количества настроек. Эта камера работает от 4 мизинчиковых батареек. Батарейки вставляются вот сюда. Она снимает на кассеты Fujifilm Instax формата мини. Кассеты есть цветные, есть черно-белые. В комплекте к камере идут карточки с инструкциями, мануал, цветные фильтры. Есть набор с линзами. Линзы — это close-up, портретная и fisheye. Сейчас мы вставим кассету в камеру и сделаем пробный снимок. Сзади фотоаппарата желтой полоской к желтой полоске. Закрываем. Включаем фотоаппарат и ставим нужный режим для съемки. Ну, например, поставим режим без вспышки. Ждем, пока фотоаппарат зарядится. Когда загорелся зелененький огонек, это значит, что можно фотографировать. Сейчас мы сделаем фотографию. Ну а пока снимок проявляется, давайте подробнее посмотрим, какие функции есть у этого фотоаппарата. Во-первых, у него есть 3 режима съемки. Режим съемки со вспышкой, режим съемки в ночном времени и режим без вспышки. Во-вторых, у него есть 2 вида выдержек. Это одна 125-я и ручная выдержка. В-третьих, у него есть настройка экспозиции. Можно делать снимок светлее или темнее. И еще одна настройка – это настройка дальности. Она есть портретная от 40 см до метра и пейзажная от метра до бесконечности. Отдельно вынесена функция мультиэкспозиции. Это когда вы можете накладывать одно изображение на другое. Кнопка спуска у него находится вот здесь вот сбоку. А еще у него на корпусе есть зеркало для того, чтобы делать селфи. Вот такой у нас получился снимок. Таким образом, камера Lomo Instant – это замечательный инструмент для творчества и очень интересная камера со множеством функций. К слову, она существует в большом количестве дизайнов, и вся линейка представлена в нашем магазине Wonderphoto. Приходите к нам в гости и смотрите наши обзоры на YouTube.